и влиянием. На противоположном конце – рабы, которые не имели прав и были собственностью своих хозяев. Между этими крайностями были плебеи, которые составляли большую часть населения и работали в самых разных сферах. Римляне жили в разнообразных домах. Патриции предпочитали роскошные виллы с садами и декоративными фонтанами, в то время как плебеи часто обитали в переполненных многоквартирных домах, известных как инсулы. Эти дома были скромно обставлены, и многие семьи делили одну комнату. Работа и профессии, трудовая жизнь римлян была разнообразной. Крестьяне трудились на полях, обеспечивая продовольствие для растущего населения.